Всем привет! Сегодня я посетил огород моей знакомой американки, ее зовут Нэнси. У нее огромнейший огород, она арендует у государства землю, и сейчас осенний сезон. Конечно, ее помидоры не идут ни в какое сравнение с моими. Они еще у нее есть, зеленые, но они очень мелкие. Но зато у нее зачетные дыни. Вот такой красивый огород они сделали. Декорации. Тут дети приходят играть. Им домики построили. Вот. Смотрите, у нее все по уму сделано. Красиво. Каждый год они увеличивают. Смотрите, какие дыньки кругом. Это все можно купить. Любые дыни можете прийти, можете купить. Вот. Ну и идеи, как в вашем доме, на вашем приусадебном участке, как благоустроить. Сейчас я покажу огромные дыни, которые они здесь вырастили. Я каждый раз получаю массу удовольствия и эстетического, и эмоционального. Ребят, вот посмотрите, у нее все это можно купить, и сейчас я вам покажу. Огромные дыни. Вот еще кусок земли вообще не разработан. Сейчас я вам покажу размер дынь. Это что-то. Посмотрите, какие они огромные. Больше, я думаю, что больше метра в длину, больше метра. Вот, посмотрите, это просто что-то. Это просто неописуемая красота. И вот они сделали стенд. Родители приходят с детьми, делают экскурсию, фотографируются. Пойдемте пройдем на другую сторону огорода. Я здесь кое-что хочу у нее купить для себя. Так, инструмент. Ай, ребята. Какая красота! Да, да. Много всяких сортов у нее растет, различных растений. Вот. Здесь даже они кушают. Идем дальше. Такие декорации. Вау-вау. Так. Это у нее типа уже сад. Раньше этого не было. Ну, сейчас пойдем пройдемся. Посмотрим. Ну, мне очень нравится. Очень нравится. Вот. BUG. Я уже когда-то рассказывал об этом. Но вы можете зайти на их сайт. Нэнси, она подписана у меня на Фейсбуке, она меня увидела и такая: «Ой, я твой огород помню, смотрю на него». Постояли, пообщались, вот. Ну, осень, но по-своему очень красиво, по-своему очень красиво. Ребята, просто красота неописуемая. Вон там какие-то зверюшки бегают. Птицы там по низу. Ну, пойдем дальше. Что меня здесь привлекает, я хочу купить... Hello, how are you? Excellent job. Pretty amazing what he's done. Yeah. It's very amazing what he's done. It's beautiful. А вот, ребята, что меня здесь интригует. Посмотрите, какая высокая пальма. Она, наверное, метров уже 5. Выросла. И у нас растут пальмы. Конечно, зимой надо наблюдать, чтобы они не замерзли. Но пальма обалденная. О, седалище красивое. Так, пойдем дальше. Что это за ягода? Даже не знаю, что это за ягода. Кислая-кислая. Аж горчит. Фу. Вот. Ребята, пальмы у нее, я у нее обязательно куплю пальму.
она выращивает пальмы. Обязательно нужно. Вот, у нее здесь, конечно, заросли. Они предпочтение отдают американским различным вещам. Кстати, у нее купил хрен. И хрен оказался очень живучим. Вот у нее кругом тропиночки такие в этих зарослях. И они постепенно вот это такое низкое место обрабатывают и делают огород. Подсолнечник голову они уже срезали, но для красоты все еще стоит без голов. Вот. Здесь, конечно, земля. Они плюс привозят. Ой-ой-ой, сколько кукурузы там. Земля просто великолепная. Так. Что это у нее? Вот. Смотрите. Здесь много разных красивых вещей. Здесь дыньки росли. Какие цвета? Какие цвета? Ну, дальше не пойду. Там уже тоже они разрабатывают, постепенно засаживают. Вот до сюда я дойду и пойду в обратном направлении. Они, ребята, представьте, это в Белвью, это в 10 минутах от центра города. И вот такие красивые вещи здесь выращивают. Так что всегда можно найти чем заняться. И эта женщина, она вот арендует у государства этот огород, выращивают, здесь волонтеры у нее работают, и на вырученные деньги они помогают бедным. Что и как я не буду рассказывать, это как бы не имеет отношения к делу, просто сам факт. Человек нашел ресурс, и он добывает деньги, получает массу удовольствия. Работают они, вот здесь ребята приходят, волонтерят. Видимо, они очень хорошо знакомы, близко знакомы. И от продаж деньги, которые они получают, основная масса уходит у них на помощь, на благотворительность. Вот они убирают старое, чистят. That's so nice. Розы. Какие розы. Ребята, как она пахнет, эта роза. Просто прелесть. Ага, вот еще пальмочки с этой стороны. И здесь есть пальмы. Ну, у нее много пальм, так что я доберусь до нее, я куплю. А, смотрите, там даже уже и цветок есть. Ну что, на этом буду заканчивать мой маленький репортаж. А кто хочет увидеть воочию, это по 156-й улице внизу. А, проедете, найдете. Вот название у вас есть. Всем хорошего настроения, здоровечка, пока.